Началось совещание с торжественного события. Не секрет, что преподаватели Десногорска – одна из гордостей Атомграда. Это знают и в других регионах России. Так, благодарственным письмом награждена Надежда Чернышова, учитель физической культуры средней школы номер 4 Десногорска. Заслуги преподавателя отметил начальник департамента образования Ивановской области. Выражаем вам благодарность за подготовку команды «Ритм» и активное участие в межрегиональном фестивале школьных команд «Мы за здоровый образ жизни», который проходил у нас в Ивановской области с 15 по 28 сентября. Поздравляем! Спасибо. Текущая городская ситуация отмечена продолжающейся вакцинацией от гриппа. Благодаря этому повышение числа заболевших граждан не зафиксировано. Одна из главных городских задач – подготовка к предстоящей зиме – успешно выполнена. Все многоквартирные дома обслужены и готовы к холодам. Своего часа ждет и специальная техника. Полностью заготовлены реагенты, песок, соль, инструменты и техника. Поэтому, в принципе, мы готовы к приближению снежной погоды. И, в принципе, несение осеннего периода, зимнего периода. Вопрос бездомных животных предстоит решать как области, так и Десногорску. Такую задачу поставил губернатор Смоленщины Алексей Островский. В связи с этим в Десногорске в ближайшее время состоится собрание ответственных по этому вопросу лиц. Вопросы, касающиеся финансирования, они будут включаться в 2020 год. По крайней мере, в областной бюджет это точно. Поэтому надо будет обсудить вопросы. А в культурной жизни города состоится торжественное мероприятие. 3 декабря, ко дню неизвестного солдата, на кургане славы возложат цветы и венки. Время проведения мероприятия – с 10 до 12 часов. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.